Всем привет, ребятушечки! Меня зовут Устин, вы на канале Устин ТВ. А мы с Устином продолжаем играть в главу номер 7, эпизод номер 5. Да. И как я вижу, мы встретимся с этим, как его зовут? С грибом-мутантом. Да, огромным. Угу. И тут 64 уровень у всех. Будет сложно, это 100%. Но мы постараемся преодолеть эти трудности. Да. Ого! Ну только по второму, по второму. Да. Так, супер ударчик от Леонардо. И супер ударчик от нашего железной головы. От нашей железной, да, головы. Так, первая волна пройдена. О нет, этот гриб, Устин, который самозащищается. Ого! Нет! Походу нам хана. Ну не знаю. Что-то мне так кажется. Какие эти грибы, либо еще поставили броню такую, смотрите. О-о! Да, конечно. Сейчас на себя внимание еще давай. Да елки-палки, а? Да, здесь придется нелегко. Таким сейчас тоже на себя внимание. Вот так вот вам. Тут думали, вы только так умеете. Сейчас полечится, как обычно, смотри, этот гриб. Ай, смотри, что творит. Будто и не били. Хочется уже тех. Не говори. Только Нину опять! Смотри, что он делает! Короче, походу мы проиграли, ребятки. Да. Нужно нам будет прокачиваться, мне так кажется, потому что. Ну, давай волной попробуем. Без толку. Нам надо срочно полечить нашего паукуса. Ну, и как? Что мы уже, наверное, получили. Попробуем. Суперударчик, может, пробьет защиту. Да! Так, давай, который лечится. Сейчас мы его попробуем добить. На тебе. Так, теперь тебя подпалим немножко. Блин, опять мимо. Да что такое? Так, давайте рексиков. Да. Да. Да, надо срочно нам лечиться. Осталось 2 хода для лечения нашего Лео. У нас еще противник такой серьезный будет, поэтому... Конечно, не знаю. Потеряем 100%. Как бы мы вообще выиграли у этого грибочка, который 64 уровень у него тоже. Это уже 7-я. 7-я, тут уже все посерьезно. Попробуем ослабить его удар. Да, хорош. Теперь защиту его ослабим. Нет, не получилось. Минус один. Ох ты, глянь, что они нам сделали. Вернее, он что нам сделал. Ослабил нам. Так, лечимся, это 100%. Да, и удары у нас слабые очень. Да, потому что у нас, видишь, меч красный. Ну да. Поэтому мы не можем. Минус второй игрок. Так, давай супер ударчик, Леонардо, ты самый у нас главный защитник. Только не это!
Опять отравил нас. Опять смотрите, что он творит. Еще раз. Ну, такое. Ну. Давай. О. Ну давай, Лео. Да нет. Фух, тоже мимо. Минус второй игрок, да что такое? Да нечестно. Да что он творит, глянь. Нечестно. Ну-ка, повези. Да он нечестно играет. Ну. Он нечестно играет. Мы проиграли, ребята. Да он нечестно просто играет. Вообще, да, не по-честному, что-то на нас компьютер обозлился. Вот мы и проиграли в 5-м эпизоде. Ну, будем пытаться, конечно, выиграть. Прокачаем сейчас хотя бы еще по одному уровню и попробуем выиграть. Ну что, думали, что победим, да, Устин? Да. А оказалось, не так все просто. Ну что, мы будем прокачиваться. На этом наше видео подошло к концу. Всем пока-пока! Всем пока-пока!